зашла, я так не знаю, что будет видно. Мне не видно, что я снимаю. Но решила, раз иду, потриндю чуть-чуть. Поболтаю чуть-чуть, простите. Решила поехать в центральный наш универмаг. И посмотрю ниточки для стежки. Все-таки, может быть, я куплю один моток дорогой и большой. Немецкий, может, какой-то. Хорошие ниточки, те, которые я покупаю набором на Автухе. Но использую-то я половину, а половина лежит до лучших времен. У меня до лучших времен столько всего лежит, что можно открывать новый магазин после того, который я закрыла. Поэтому сейчас пойду посмотрю. Так, люди здесь меня смеются, что я разговариваю по телефону. Ну, это их проблема. Ладно. Вот такой красивый скверик бы поснимать его. Сейчас попробую. Ну что, потенечку идти не получится. Потенечку идти не получится, потому что уже раз я заблудилась, я буду идти снимать красоту нашу донецкую. Розы еще цветут, видно? Снимаю я на темный экран, я не вижу. Но надеюсь, что снимается. Так, сразу скажу, кого укачивает, кому трясет, выключайте и идите рыбалку ловить. Рыбалку ловить. Потому как ходить по-другому я не могу. А мои подписчики, они знают, что у меня ручки трясутся, ножки трясутся, камера трясется, и я что-нибудь снимаю. Ну, им нравится. Поэтому мои подписчики смотрят. Я не знаю, что это за дом. Сидит охрана, блин. Нельзя снимать там, где охрана. Ну, надеюсь, я никакого стратегического объекта не сняла. Ой, может, просто парень отдыхает. Там ванья какая-то, будочка. Ну, мы сейчас живем здесь у нас. Это все правильно. Больше порядка. Ой, гляньте, как тут красиво, мама дорогая. Тут для фотографий столько шикарных мест. А идти мне целых полтора остановки. Поэтому, ребята, потом пущу на ускоренную съемку. На ускоренный показ. Там нельзя снимать, я сейчас выключу. Еще вот, розарий. Ну, у нас кругом розы. Сейчас еще время роз. Поэтому у нас кругом розы сейчас. Красивое дерево. Пойду по теневой стороне аллеи. Ой, гляньте, какие здесь кусты красивые. Будет такая экскурсия. Будет такая экскурсия. А то некоторые люди думают, что Донецк это какие-то непонятные свалки и терехоны. Ой, кто шо, люди такие чудные, видите, у нас деревья подровняли, красоту навели. Боже, там что-то, а, кто-то отдыхает. Я думала, очки сняла, думала, какой-то палисадник с красными цветами. Молодняк в тринку играет за деревьями. Сегодня выходной, наверное, в школе. А, ну да, сегодня же каникулы, господи. Думаю, что... О, как давно я окончила школу. Там красивый палисадник. А вот там был фонтан раньше. Ну, он и сейчас бывает. Просто сегодня не включили. Хотим 153 метра в ширину. Тоже для пиццы отлично будет. Для пиццы будет отлично. Какие красивые. Ой, а шитье какое, мама дорогая. Шитье вообще просто. Красиво, красиво. Красиво, красиво. Здравствуйте.
Ладно, сняла подворотню. Резать некак, монтировать некак. Будем смотреть, как есть. У меня сегодня такой день. Я раз уже вышла, то уже зайду еще в одно место. Оказалось, оно открыто. Сейчас я тихенько там тоже поснимаю. Рай для рукодельниц. Типа платки. Это типа для казах, КВП чварка пошло. Ой, какой красивый. Ой, какой красивый. А тут какая красота. Хорошие цены. У меня есть хорошие цены какие. Так, лопа. Это он. Класс. Есть обилие. Да, да, да. И они есть у нас плотнее и тоньше. Это тоньше. А, вот ценник. А плотнее мы получили целый рулон. 450. 140. Он по 50 рублей. Красивый какой. Это 70 рублей. Здесь 50. Ну вот смотри, если тебе брать мне 50 на 50, вот это так. Ну да, так. Ну, давайте мы рассмотрим. Вот они. Там еще.
сюда тоже можно зайти, да? О, спасибо. А, здесь такой текстиль, какая прелесть. Тут вообще 140 для детского, какое чудо. Вообще. Боже, какая прелесть, гляньте. Вот это я зашла очень удачно. Так, гляньте, слоники. Я, конечно, кручу телефон, не знаю как. Ага, баечки подороже. Ну вот 170. Слушайте, цены отличные. Цены отличные. Вот вообще крупняк рисунки. Отлично, отлично. Нижний ряд просто песня, цвет. А это фланелька, да. Этот магазинчик находится на ЦУМе. Он такой невзрачненький. Видите, видно. Воскресенье выходной, суббота до 3. Он невзрачненький, он всегда такой был невзрачненький. Но тут всегда очень интересные конюшки. И, в общем-то, всегда адекватные продавцы. Я не знаю, может, это тут как раз одни и те же хозяева все время. Но очень мне здесь нравилось и до войны. И видите, и сейчас здесь. А для пэтчворка, дончанки, имейте в виду, гляньте, какая красота. Так, я сейчас еду еще в одно место. Я нитки ищу, да, для стежки. И потом я сделаю по хвостушке. Я немножко чуть-чуть скупилась, денег, правда, уже дофигища потратила. Ура, открыто, здрасте. Нет, что-то позвони, спроси, праздник, вдруг закрыты люди. Ну, я как всегда. О. Так, ниточки, ниточки, вот. Ниточки, за которые я сейчас спрошу. Ой, а тут у нас тоже шелк. А, это толстый шелк. Это толстый. Да, я хотела, знаете, что... Всем еще раз привет, добрый вечер. Поздоровайся. Ты просилась на ручки? Она все понимает. Все, сразу замерла, толклась. Как только включили кадр, сразу замерла. Все, пойдешь гулять? Да ты хоть ее не трогай, друг у нас тут же. Тут же у нас друг. Ну иди, иди, погуляй с Роем, погуляй. Не получилось мне сразу, как я пришла днем, показать свои хвостушки. Надо же их показать, а то у меня руки чешутся начать их кромсать. Так вот, гляньте, что я купила. Это фатин. Очень красивый. Там цветов очень много, выбор очень большой. Но так как я брала для пробы, мне отрезали по 25 сантиметров. Это в ЦУМе, девочки, мне там в одном отделе. Ну, я в одну спросила только. Она сначала сказала, ну, хотя бы 30, потом тогда поняла, что ну, несколько штук. Говорит, ну, хорошо, там по 25 вас устроит. Видите, какой красивый. 3 метра у него ширина. И 25 сантиметров мне вот так хватит на то, что я хочу. Я потом все это покажу. Но это гораздо выгоднее и качество совсем, ну, как, получше качество. Не такое, как вот есть вот такой ширины, там сантиметров 20. И 20 рублей метр у нас продается на метраж. Это получается и по цене интереснее, скажем так, и по размеру. И немножко другое качество. Мне это качество нравится больше. Посмотрите, какие цвета красивые. Когда он один в одинарку, один цвет в два, другой цвет. Ну, в общем, то, что я себе там планирую, очень даже шикарный. Коричневый, там есть всякие, там есть зеленые, яркие. Мне бы, конечно, более приглушенный нужен был, но ими можно поиграть. Это все для пиццы. Ну, в ЦУМе я не нашла нитку. Я хотела, я думала, может быть, немецкую какую-то куплю. Распуталась ниточка. Ну, в общем, в итоге я поехала в свой любимый магазинчик, который на Университетской. Ну, я когда-то показывала у ребят, я у них машинки покупала, консультируюсь, если мне что-то нужно. В общем-то, ну, и лапку я там у них, одну из лапок для штопки, для вышивки покупала. Ну, и вот я купила ниточки. Это они в
пленочки, но я не хочу, чтобы она съехала. По-моему, качество очень хорошее. И такая цена заманчивая, 150 рублей. Ой, 120 рублей, простите, вообще 120 рублей. И мы с ней пришли к выводу, что здесь, ну, как минимум 3000, может быть, даже 5000, там, ярдов пишется, но... И вот такой золотой. Было еще несколько оттенков, но я решила, что мне пока вот это то, что мне нужно, если бы был такой более еще медный. Ну, в общем, решила, что эти мне очень подходят, я их забираю. Если что-то нужно будет, ну, приеду еще куплю. Ну, выбор небольшой, но есть. У них для вышивки другие нитки. Там хороший выбор. А эти, она говорит, я беру, ну, для разнообразия цвета. А я подергала на разрыв. Они такие прочненькие. Вот мне как раз для вот этой моей свободно-ходовой стежки, для пиццы, то, что нужно. Вот такие мои покупочки. Прям уже мне не терпится скорее начать ту свою идейку попробовать воплотить, которую я придумала. Поэтому я и моталась купить все это. Все. По хвостушке я вам показала. Прогулку свою покажу. Присоединю, наверное, в начале, как я шла, заблудилась. Ой, я такая смешная. Что-то я сегодня то упала утром, вывела собаку, упала. Ну, уже мои ноги забыли, как надо подниматься на ступеньки, грохнулась. Ну, удачно грохнулась. Потом я забыла, что праздник, поехала в поликлинику. Потом думаю, ну что, я зря вышла, пойду, вот вся красивость, понимаете, намытость пропадет, как говорят в анекдоте. Потом я поехала вот посмотреть ниточки, в итоге купила фатин, нагулялась. Вот такой мы сегодня день был, очень насыщенный. Иногда бывает день такой, ни рыба, ни мясо, а иногда бывает очень насыщенный. Ну, в общем, все. Всех целую и обнимаю. Всем пока. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Кому не нравится, тихенько выходим. Кому нравится, оставайтесь с нами. У нас здесь иногда бывает весело, иногда интересно. Если можно, делитесь в соцсетях. Все, всех целую и обнимаю. Всем пока.